Вітаємо усіх, хто цієї миті на хвилі телеканалу Миколаїв. В студії Нелі Толмач, в ефірі програма «Розмова на тему». Сьогодні ми з вами зустрічаємося у, знаєте, напередодні прекрасного свята. 2016 рік – це рік річниця незалежності України. І 25-та річниця саме тому. Протягом четвергових ефірів ми говоримо про кращі традиції нашої південної землі, про творчі традиції, про людей, які прикрашають нашу південну землю своєю творчістю, які люблять і цінують свій край. Сьогодні до нашої студії завітали прибужани. З великим задоволенням я хочу представити до вашої уваги заслуженого працівника культури України, керівника творчого об'єднання «Прибужжя» Валентину Кривцову та майстра творчого об'єднання «Прибужжя» Олександра Расулова. Я вас вітаю і дякую, що ви сьогодні з нами. Окрема подяка, що сьогодні наша студія прикрашена, знаєте, у такі дуже теплі кольори. І, як на мене, по-південному розфарбовані, тому що це колір нашого південного степу. Але суть у тому, що це деревина, це дерево. Вальчика, перше запитання хочу поставити до вас. Якщо ми говоримо про творчі традиції півдня України, якщо говорити про прикладні традиції, чим славиться південь, якщо говорити з цього ракурсу? Ну, на сьогоднішній день активно розвиваються такі види творчества, звісно, це живопись. Также прекрасно развиваются такие виды творчества, как ткачество, вышивка. Больше всего сейчас мастера увлекаются декоративной росписью. И, конечно же, художественная обработка дерева, резьба по дереву, то, что сегодня у нас представлено в студии. И мне кажется, вы знаете, Неля, на улице зима, сугробы, и студия наполнена таким золотым теплом, действительно теплым деревом. Это очень прекрасно на сегодняшний день. Созвучие в том, что действительно, вот когда к нам приезжают на юг, у нас ассоциация, потому что юг – это степь. Это бескрайняя выжженная степь, вот в цвете золотые вот этого цвета. Правда. И когда вот, например, каждый раз, когда приходят представители творческого объединения Прибужья, какой-то определенный колорит, какое-то определенное настроение, цветовая гамма представлена, да? И сегодня среди зимы мы наслаждаемся теплом человеческих рук, прежде всего, человеческого творчества. Ну и, знаете, основа основ дерева, которое дает Господь Бог для человека как потенциал творчества. Александр Борисович, вы, вот как вы ощущаете творческую палитру юга Украины? Я неспроста обращаюсь к вам с этим вопросом, потому что сегодня вы преподаете декоративно-прикладное искусство в Академии детского творчества. Вы вводите, собственно говоря, потенциальных мастеров будущего Украины. Ну, мне приятно сегодня быть рядом с вами, вместе с телезрителями, и вот рассказывать, говорить о деле, которое для меня составляет, ну, большой смысл и имеет огромное значение. Это не просто увлечение, это своего рода образ жизни, образ соприкосновения с миром, проникновения в этот мир, изучение мира и в то же время изучение самого себя. Потому что не бывает такого вот проникновения в явления мира, природы, общества без проникновения в сущность того, кто ты, что ты, что для тебя важно, что для тебя интересно, на что ты концентрируешь свое внимание. Вот в дереве я пытался передать, особенно вот в пластике, в других работах, я пытался передать свое отношение, свое видение, свое понимание окружающего мира, вот, моего родного города, моего родного края, в котором я вырос, с которым я рос. Вот, и, надеюсь, и дальше продолжать вот это соприкосновение с моим городом, моим степом, моим морем. Да, творчество людей, которые аматоры прежде всего, потому что я знаю, что вы филолог по образованию, вы преподаватель, учитель, но вот видите, как проявили вы себя, вот грань своего таланта именно через прикладное искусство. Вот такие вот мастера, как вы, я могу сказать, это соль вот нашей южной земли, которая выдает на гора, и человек разворачивается, вот напитанный вот этими соками нашей земли. Но если сегодня говорить в общем для вас,
вот если, знаете, знакомство с традициями прикладными юга Украины. Вот резьба, это вы сказали, вот свою философию вы представили. А в целом, вот как вы считаете, на что еще можно поставить? В общем, мы говорим праздник такой, независимость Украины, 25 лет мы празднуем, и сегодня мы хотим срез, знаете, такой вот сделать творческий, юг Украины. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Дело в том, что, допустим, в своей педагогической деятельности и я, и мы с коллегами поставили целью возрождения традиций, искусства, культуры и Украины в целом, и, конечно, нашего региона. Потому что исторически он очень богат на события, на явления, на персонали, вот, на искусство. Вот, и поэтому это надо изучать, через это надо вот свою национальную адекватность, идентичность, так сказать, ощущать и передавать другим, акцентируя на этом внимание, и делая это средством формирования личности. Потому что культура, традиция, которая воспринимается ребенком, молодым человеком, она формирует его. Формирует ее взгляд, формирует его жизненную философию, позицию, его модели поведения, вот, и создает вот тот неповторимый ну, ракурс, что ли, или особенность, которая и делает человека человеком, по сути дела. Как хорошо, что вы сегодня можете заявить и передать свою жизненную философию, сформированную и детям своим, которая будет продолжением, возможно, ваших мыслей. Пусть это будет 1-2 человека, но это прорастет. И сегодня вы уже вот это зерно засеваете здесь и сейчас. Но тема вот резьбы по дереву, как традиции юга. Валентина, можно ли назвать сегодня мастеров, которыми славится юг Украины именно вот в направлении резьбы? Я могу сказать, что появляются действительно очень сильные мастера, и когда у нас была возможность наших мастеров в Николаевскую область, да, представлять на всеукраинских выставках в Киеве, то, конечно же, специалисты, мастера из других областей приходили, всегда задавали нам один и тот же вопрос, говорит, вы Западная Украина? О, это интересно. Я говорю, почему? Мы Николаевская область. Они говорят, не могут на таком уровне в Николаевской области, у вас степь. Откуда такие специалисты? На тот момент мы представляли в Киеве работы Владимира Приходько, Александра Расолова. Вот. И на сегодняшний день уже подтягиваются мастера-аматоры из районов. Уже Жапневый район может заявить о себе, Николаевский район, Березанский район. То есть они подтягиваются. И я думаю, что через несколько лет в этой студии будут сидеть не менее талантливые резчики по дереву. Мы даже в этом не сомневаемся, потому что, когда мы говорим о творчестве, творческого объединения Прибужье, это определенный знак качества. И вот вы видите, какая красота просто невероятная сейчас у нас в кадре. Действительно, произведение искусства, я могу сказать. Александр, что это за дерево? Ну, это липа. То, что традиционно. В основном используется липа, ольха, осина. Но липа более традиционный материал, поэтому он пластичен. Либо можно использовать для любого вида резьбы, вот, ее можно комбинировать с другими видами древесины, комбинировать с другими материалами. Вот, ну, я в основном, допустим, изучая традицию, работая над традиционными элементами в геометрической резьбе, в рельефной резьбе, стараюсь как-то найти что-то свое, проэкспериментировать. Вот малая пластика, допустим, пример того, когда я с одной стороны использую ту же самую Татьянку, а с другой стороны пытаюсь, вот как в этом подсвечнике, на базе ее, с учетом техники выполнения резьбы, создать какой-то свой образ, свои какие-то элементы включить в эту композицию. Образи і творче розмаїття майстра Олександра Расолова. Саме зараз у цей світ я запрошую вас, шановні друзі, за допомогою наступної відеозамальовки. Давайте подивимося. Насолоджуйтеся творчістю наших земляків.
безумовно, неповторний колорит, і кожна робота – це окрема сторінка, яку можна, знаєте, переглядати, перечитувати, досліджувати певною мірою. Валентино, ви як керівник цього напрямку творчого об'єднання «Прибужжя», коли ознайомилися з творчістю Олександра Борисовича Росолова? Ось які були ваші враження і на що ви звертаєте увагу вже сьогодні? Тому що, переглядаючи фотографії, було багато емоцій, кожен з нас коментував, по суті, и творчесть, и доробки, почерк. Я хочу сказать, что Александр Борисович в нашем творческом объединении уже около 30 лет. И за этот период, вот сколько мы знакомы, так как я уже скоро будет 20 лет. Юбилей. Возглавляю Прибужье. Подходим, да, к юбилею. Вот, я могу четко сказать, что сейчас у Александра Борисовича, ну, где-то 2-3 года всплеск, творческий всплеск, потому что те росоловские работы, та резьба, которая была вот на протяжении этих 20 лет, это один Росолов. А сегодня это совершенно новый. Тематика работ становится более философской. Сложными становятся композиционные решения работ, подача. Усложнился декор резьбы самой. И на сегодняшний день это не настолько танцующие, динамичные вот эти орнаменты, они настолько насыщены, знаете, вот барокко. Как будто кажется, что вот эти рамки, которые находятся вот на этих тарелках резных, на этих панно резных, они их сдавливают, вот этот рисунок. И буквально, что кажется, убери эти рамки, оно сейчас все рассыпется и просто, знаете, взорвется. Вот. Сегодня появилась эта малая пластика, сегодня появились интерьерные, дизайнерские какие-то формикерские работы. Вот. И, конечно же, мне кажется, пришло время из закромов достать и те работы, можно сказать, с которых начинал Александр Борисович, это живопись. Живопись, которая, в общем-то, резьба по дереву затмила, и куда-то она ушла на второй план. И сегодня, готовясь к персональной выставке, мы все-таки хотим показать, что это не только превосходный мастер, но и замечательный художник. Александр Борисович, как приятно на самом деле слушать и слышать оценку человека, который понимает, да, суть процесса творчества и насколько мастер разросся. Вы чувствуете в себе вот какие-то трансформации, такие внутренние, которые дают вот такой вот всплеск творческий? Вы понимаете, я вообще тут послушал вас, мне конечно приятно это слышать, но я вот сейчас с ужасом для себя констатирую, сколько я еще не сделал, сколько еще хочется сделать. Чего с ужасом, сделать. С радостью? Ну, нет, я имею в виду с ужасом, потому что кое-что уже не вернешь. Есть время, которое вернуть трудно, но есть злость в отношении себя, так, определенная, которая мне сейчас говорит, что надо работать больше. Это по-мужски, это хорошо. Вот, надо идти вперед, надо делать, ты можешь. Вот это вот я вот сейчас вот так вот послушал вот, и вот почувствовал вот то, о чем сейчас говорю. Конечно, это для меня имеет огромное значение. Человек никогда не остается застывшим, он всегда развивается, особенно если он хочет идти вперед, если он не говорит для себя «хватит, я уже все знаю, я все умею». А я, допустим, знаю, что я знаю мало, но то, что я знаю хорошо, но я хочу знать больше, я хочу уметь больше. Поэтому для меня вот какой-то определенный этап, который я достиг, ну, является, с одной стороны, ступенькой, с другой стороны, таким хорошим мотиватором, потому что я вижу, чего можно было сделать, чего не сделано, вот, и дополнительно появляется желание делать это. Делать. Это очень хорошо, но все-таки какое внутреннее вот мерило для вас, что для вас самое главное, что дает, знаете, вот это состояние гармонии и понимания, что да, сделано, все, это ставим точку, идем дальше. Вот что отправная точка для вас и конечная творческого процесса? Ну, конечно, это эксперимент, это познание самого себя. До какой степени я могу организовать себя для того, чтобы сделать то, чего я раньше не делал, чего я раньше не умел. Научиться тому, что было для меня в какой-то период, когда-то, каким-то образом закрыто. Для понимания, для освоения, для реализации. Вот это является этим мерилом, вот тем толчком, который движет, заставляет не останавливаться, не застывать, каждый раз волноваться, переживать, что
сделано не так много, сделано не то или не таким образом. Вот, потому что даже когда работа давно сделана, ты все равно вновь обращаясь к ней, встречаясь с ней, ты начинаешь анализировать вот эти вот вопросы. Истинный творческий процесс, потому что когда застывает мастер и говорит, что все гениально, творчество заканчивается. Когда мастер вот рвется в бой и видит в каждой своей сделанной работе какие-то недостатки, только ему заметны на самом деле, публика воспринимает на ура, а вот мастер себя в какой-то степени переформатирует и идет дальше. Вот, собственно говоря, это движущая сила. Сегодня мы готовимся к первой персональной выставке. И я вас поздравляю с этим, потому что в жизни творческого человека это очень важно, когда ты готов, когда есть люди, которые помогают, которые ведут, которые вдохновляют в определенной степени. Вот если сегодня подвести определенный итог, живопись и резьба по дереву, где больше выражаетесь, или что стало все-таки отправной точкой вот для реализации, потому что в живописи вы проявляетесь тоже очень ярко, чувствуется, что вы любите эту жизнь, вы любите природу, землю, на которой живете. Ну а дерево — это уже сама, знаете, суть мастера, философия мастера. Очень много таких образная канва здесь ярко у вас. Как вы это понимаете? Ну, дело в том, что, допустим, та же самая живопись, к сожалению, не имею возможности работать в какой-то другой форме, кроме как в этюдной. Вот. Для меня важно тем, что я люблю свой край, я люблю Николаевщину. Вот. Очень много исхожено, очень много увидено. И вот свое впечатление от моего края, от моего отношения к этим местам, где четко для меня прослеживается и мое детство, и вся моя жизнь, по сути дела, потому что я родился и вырос в Николаеве. Вот это такое вот мгновенное, моментальное, что ли, впечатление, передача этого впечатления, этого отношения. То резьба по дереву, вы правильно заметили, это есть такой вот, с одной стороны, концептуальный момент, где я пытаюсь выразить свое отношение к явлению, к человеку, к обществу, к процессам, которые происходят в самом человеке, в обществе. Вот, в целом, и как человек влияет на общество, как общество влияет на человека. Но взгляд этот не в лоб, не кулаком, а через образ, который в той или иной мере характеризует мое отношение к тем жизненным процессам, явлениям, которые происходят. У нас мало времени, очень много хотелось бы затронуть. Вот прекрасная композиция «Ангел». Она необычна, как для нас. Вот Валентина говорит, что это и любимая ее работа, но она на самом деле выбивается из общей такой палитры ваших работ. Расскажите, как создавалось, что это за дерево, и насколько вы чувствуете ответственность, когда беретесь за вещи, знаете, которые над нами, то, что касается мира духовного. Ну, вы понимаете, я считаю, что каждый человек, он подвержен не только материальным или влиянием материального мира, но и он прежде всего состоит и из духовного, и материального. Вот эта целостность, этот баланс вот, и создает, по сути дела, человека. Для меня вот ангел-хранитель – это сущность того вот, божественного, которая хранит и ведет человека по жизни, которая помогает человеку выдержать испытания, которая заставляет человека вспоминать о своем человеческом, своей человеческой сущности и заставляет человека возвращаться к этой сущности в тех ситуациях, когда это даже очень трудно, очень сложно сделать, особенно в наше время. Вот, форма, которая вот, была задействована для решения этого образа, она для меня, с одной стороны, неожиданна, потому что в самом начале задумывалась рельефная резьба с какими-то конкретными элементами рельефа, образными, так сказать, проявлениями этого рельефа. Но вот произошел какой-то сдвиг, словно я даже сам не могу это объяснить. Прямо в процессе, конкретно. Да, в процессе работы, если форма была затверждена, так сказать, внутренним художественным советом, утверждена окончательно, то переход к геометрии произошел как бы самим собой. Опять, я очень люблю экспериментировать, иногда это удается, иногда это не удается. Что это вот за дерево? Это липа, ну, я же говорю, в основном я использую липу, вот, и поэтому, когда я
подошел к решению Гибридер, получилась такая вот, ну, оригинальная, совсем похожая на что-то другое работа. И плюс подача была тоже не в плоскостном режиме отдельном, как вот трели, подносы, а оформлена в виде картины, в виде... 3D-вариант, сегодня так можно говорить. Да, законченность композиции. Вальчика, итак, первая выставка в цикле «Новые имена» 2016. Александр Борисович Рассолов открывает. Что вы хотите предложить и на что надеяться любителям прикладного искусства? Что будет необычное? Или сегодня не будем открывать все тайны? Нет, почему? Пригласим. Действительно, продолжается третий выставочный цикл, который успешно начался в 2015 году. И зрители уже смогли увидеть и вышивку икон, и квиллинг, и вышитые картины. Это и декоративная роспись, это и живопись. Этот год мы начинаем действительно с первой персональной выставки Александра Рассолова и приглашаем всех на открытие 10 февраля в 12:00 областной краеведческий музей. Милости просим. Вот. Дальше каждый месяц мы будем открывать еще выставки. В марте, ну, к женскому дню, к празднику, мы откроем выставку. Это картины, выполненные в технике батик. Их представит мастерица из Баштанки Ирина Лотария. За ней будет идти мастерица из Березанги Ольга Костюк, которая представит традиционную куклу и куклу-мотанку, и интерьерную куклу. И закончит выставочный цикл в сентябре это Василий Никитин из Врадиевки, художник, который представит живописные полотна. Кульминационный момент состоится в ноябре месяце в музее Верещагина, где мы всех приглашаем на заключительную выставку выставочного цикла «Новые имена Миколаевщины», где все 10 участников этого проекта соберутся вместе и сделают необычную выставку. Почему? Потому что она также будет проходить в рамках празднования 40-летия творческого объединения «Прибужья». И я думаю, что мы уже, знаете, как насладимся своей работой. Почему? Потому что за вот этой всей работой стоит очень много людей, которые, в общем-то, все это создается не само по себе. И уже подходя к какому-то итогу, к юбилею нашего областного центра, очень хочется поблагодарить, конечно же, куратора выставочного цикла «Новые имена Миколаевщины», это Баштовую Наталью Анатольевну, и, конечно, нашу бессменную помощницу, которая прекрасно оформляет все музыкальные сопровождения выставок, это Галину Стрелецкую, заслуженного работника культуры Украины, потому что благодаря именно вот такой поддержке, таким людям, каждая выставка проходит ярко, незабываемо, и действительно обычная выставка перерастает в циклы, в проекты и в какие-то уже дальше конкурсы, фестивали. И мы имеем действительно возможность насладиться нашими талантами. А я хочу сказати, що це дійсно переростає в таке суцільне спільне свято нашої області, тому що Валентина дуже правильно зазначила, що об'єднуються не лише люди, які, знаєте, захоплюються певним творчим напрямком, ні, захоплюються цілими сім'ями, друзів приводять люди, і коли з одного району приїжджає ціла когорта таких талановитих, яскравих, веселих людей з іншого району, і ми розуміємо, що життя триває, творчість піднімає нас на певний пласт і не дає застити в певному, знаєте, стані такому не дуже позитивному. Життя продовжується. І саме завдяки таким людям, які сьогодні були в нашій студії, ми розуміємо, що Південь України багатий на таланти, на творчі здобутки і нові імена продовжують цей прекрасний перелік. Я дуже дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Я бажаю успіху. Нехай перша виставка стане плідною. Наступного року, можливо, прийдете з новими якимись роботами. Я сподіваюся і впевнена, що не менш цікавими. Ну, а сьогодні готуйтеся. Ми будемо чекати на відкриття. Обов'язково завітаємо. Дуже дякую. Дякую. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам всього найкращого. Любімо це життя, прикрашаємо його своєю творчістю і залишаємося на хвилі телеканалу «Миколаїв». До зустрічі в ефірі!